Итак. Ладно, ребят, давайте начнем. Всем привет. Возможно, кто-то удивлен, что у нас еще один стрим по Disgaea 6. Хоть я вроде на прошлой трансляции прощался, и те, кто записи смотрит, тоже, возможно, удивлены, что появилась еще одна запись. Почему она появилась? Потому что, ну, что-то я решил пофармить, прокачать нескольких персонажей для того, чтобы все-таки пойти и Бала завалить. Так что, ребят, вперед. Мы тут докачались немного, вот, видите. Парочку персонажей и несколько диких прини, которые нам помогут убить босса взрывом. Так что вперед. Стоп, секунду. Микрофона. Все, погнали. Ну все, погнали. Валить Бала. Рейзер, да. Так. 43. Ну что ж, вперед. Так, один. Так. Кого нам отправить? Ну, пусть будет. Тапок вперед. Икимасу. У меня рука. Все, у него еще хп осталось. Ладно. Остальное можно уже самому добить. А что, нужно быть осторожнее. Да, мы уже вчера смотрели, ничего не было. Ну, короче, да, ребят. Просто на контратаке. Так. Но это еще не все. А вот вторая битва, которая будет повеселее. Потому что у нас тут... Да вы издеваетесь. Гига хил не очень. Я хила не чувствую по Матвею. Да. Зря я руку поставил туда. Реван ですね.
Хотя он не смог все равно. Ну, отлично, все-таки сможет. Чё-то ваш балл не очень. Да, с нервкой поосторожнее нужно быть. Блин, не живучий. Дикий натурат пошел. Отлично. Остался последний. Солар, взрывай. Луна. Это не слишком далеко. Так, срывайте Салара, значит. Отлично. Так. Ну и волка заодно. Чё-то изи. Чё-то ваш балл не очень. О, меч балла. Мы это сделали, чувак! Неужели мы наконец-то победили супер-повелителя Бала? Нет, я не думаю, что мы полностью уничтожили его жизнь. В конце концов, у меня возникло... А нет, ведь в самом конце у меня возникло очень странное чувство. У него может быть какой-то секрет, о котором мы еще не знаем. Что? То есть ты имеешь в виду, что это... Что он может когда-нибудь появиться снова? Чувак, расслабься. Если это случится, тогда мы просто должны убить его вновь. Независимо от того, насколько он силен. Или, предположительно... Неубиваемый вообще. В конце концов, он один. Так что мы ни за что не проиграем. Ведь в конце концов, все вы, мои драгоценные союзники, здесь, со мной. Зет? Что ты только что сказал, чувак? Ничего, черт. Я с голоду умираю. Давай поспешим и вернемся уже. Но ты только что же назвал всех нас своими союзниками. Не так ли, чувак? Я тронут. Я всегда буду рядом с тобой, чувак. Ну вот почему ты должен был услышать то, что я сказал. Тащи свою задницу сюда, чтобы я мог убить тебя, черт. Взорвать. Не нужно меня бросать, чувак! Ты же убьешь одного из своих драгоценных союзников, Зет! Да кому какое дело, если мне будет не хватать одного-двух прини?
ты такой жестокий чувак? И вот так суперповелитель Баал был побежден руками Зеда. Его союзников, но не в столь отдаленном будущем, наверняка снова появится. Битва между суперповелителем Баалом и демоном Преисподней будет продолжаться. Так, что же за меч мне выпал? Сейчас посмотрим, что у нас там с мечом. Так. Вот он. Ух ты ж! Ух ты ж, нифига! Ей! А если его прокачать ставить, хотя... Норм. Этот меч можно качать. Ну чё, всё? Теперь, как бы, намёк, типа, пройти этого же босса, но на Carnage. А, нет, стоп, тут Carnage не открыт. Ну, понятно, нужно сначала Carnage Dimension пройти, а потом уже дальше. Ну, это уже фарм, фарм и еще раз фарм. Дополнительный. Погнали. Да. Не, ребят, нам хана здесь. Ну, Матвей, попробуй что-нибудь сделать. Да. Да. Короче, наш уровень говно. Он даже не почувствовал. Не. Ладно. Здесь нам делать нечего. Попробуем сюда. Но, по-моему, тут еще хуже. Да. Ну что ж, вот теперь можно сказать, мы прошли игру и чуть-чуть постгейм контента, потому что, как вы видите, с этим Карнейджем, если хочется больше веселья, то вперед. Ставишь более высокий уровень сложности и вперед фармить, фармить, качаться, качаться и качаться до максимального левела. Ладно, вот теперь я точно здесь остановлюсь. Те, кто смотрит записи, спасибо, что смотрели. Напишите в комментариях, в каком году вы это закончили смотреть. А то интересно вот в записях той же пятой Disgaea иногда видеть, как люди спустя 5-10 лет пишут. Ну, 10 лет еще рано, но окей, 5-6 лет. Пишут в комментариях, что только сейчас посмотрели это. И спасибо за внимание, увидимся на следующих стримах или в следующих записях.